З нами на зв'язку Ціон Алон, голова ізраїльської політичної партії Ахазон. Пане Ціоне, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо, мабуть, з того, яка зараз ситуація в Ізраїлі. Можливо, ви володієте якимись даними, наскільки ось ця загроза удару Ірану по Ізраїлю найближчим часом є дійсно реальною. Взагалі, як готуються військові, як вони поводяться, до чого вони готуються? Во-первых, следует отметить, что все последние дни проходят под перманентной угрозой и заявлениями, и данными, которые поступают с разных стран, в том числе из разведсообществ Соединенных Штатов, нашего основного партнера, о том, что якобы, дескать, на Израиль готовится массированный удар со стороны Ирана, как ответные действия на устранение генерала, курирующего региональные антиизраильские действия, которые мы, скорее всего, мы произвели в Дамаске. Якобы эта территория считалась консульством Ирана, соответственно, Иран не может оставить, конечно же, такую пощечину без ответа. Но пока что заявления остаются громогласными, вся армия приведена в повышенную боеготовность. Мы находимся в этой повышенной боеготовности последние полгода после известных событий 7 октября. Тем не менее, учитывая, что это связано в первую очередь с северной границей, конечно же, армия усилила там все линии, которые можно было усилить. Все народонаселение Израиля находится в полной готовности. У нас даже уже появился некий азарт, когда уже наконец Иран проявит свое личико. Но дело не в этом. Дело в том, что давайте выйдем на тот уровень, на котором мы все-таки будем рассматривать некие симметричные процессы, как не взаимоисключающие, а как раз наоборот связанные друг с другом. Я уже, можно сказать, который год открыто говорю об этом, пишу, заявляю, призываю, что события, происходящие в Украине, тесно переплетены с событиями, которые происходят у нас в Израиле и еще будут происходить у нас в Израиле. Дело в том, что несомненно на сегодняшний день, несомненным является тот факт, что мы работаем и противостоим, а Украина открыто воюет уже третий год, а Израиль не открыто, тайно сопротивляется, а сейчас мы уже перешли в открытое столкновение последние полгода с той осью, которая начинается, скорее всего, в Москве, продолжается в Тегеране и, наверное, проходит еще через парочку-троечку столиц в мире. Но основная ось – это Тегеран, Москва, Москва-Тегеран. Я думаю, что с учетом происходящего, в первую очередь в Украине, потому что Украина является на фронте сопротивления тому злу, которым на сегодняшний день и все последние годы, и весь постсоветский период, и советский период являлась ГБшный Кремль. ГБшный Кремль никуда не девался. Он воюет открыто и убивает мирное гражданское население Украины, пытается отхватить суверенную территорию. ГБня поддерживала открыто, принимала официально представителей террористической организации «Хамас», представителей террористической организации «Хизбалла» и является открытым партнером режима аятолл в Тегеране. Того самого режима, который подпитывает вооружением, дронами и всем прочим кремлевскую армию, которая воюет с Украиной. Украину-агрессора. Да, Украина, да, агрессора. И, соответственно, мы одновременно с этим столкнулись с Хамасом, который, начиная с 7 октября, вот этот звук, который вы сейчас слышите, я не знаю, он пробился сейчас в эфир или нет. Так, его было чути. Телефон повествует о том, что территорию Израиля опять атаковали. Тобто це обстріли? Да-да, у меня просто аппликация в телефоне сработала, что атаковали. Ну, это не мой город, но где-то по территории Израиля был либо проникновение дрона, либо ракетная атака. Я вернусь к своей мысли. Дело в том, что мы должны были уже понять, что нам недостаточно заверений старшего брата, близкого партнера, и каковы бы ни были хорошие отношения с администрацией Белого дома и с американским народом, но этого явно недостаточно. Соединенные Штаты Америки являлись официальным гарантом в Будапештских соглашениях и в декларации полной защиты Украины в случае передачи ядерного оружия. И мы видим и наблюдаем, каких усилий приходится прикладывать команде Зеленского, вашего президента, для того, чтобы получить очередную партию вооружений.
То, что Америка должна была обеспечивать только потому, что она являлась спонсором этого процесса и гарантом безопасности Украины. Точно так же, исходя из того, что мы рассматриваем все как исторические факты, лично я не принимаю гарантии Соединенных Штатов и заявления и высокие декларации представителей Белого дома о том, что они будут защищать Израиль в случае массированной атаки со стороны Ирана. Я не знаю, каково будет поведение Белого дома, я не знаю, каковы будут американские интересы после того, как этот процесс столкновения с Ираном, он неизбежен, это только фактор времени, когда он начнется. Поэтому я предполагаю, я даже смею озвучить это, как я предлагаю, взвешивать возможность создания новых межрегиональных, кроссрегиональных военных союзов между теми странами, которые сталкиваются с общей угрозой. Поэтому, несомненно, координация военных усилий между Украиной и Израилем, в случае, если было бы желание со стороны, в первую очередь, Израиля, потому что Израиль воздерживался в последние годы от предоставления открытой военной помощи Украине, хотя это логически напрашивалось. Я считаю, что нам нужно взвешивать возможность создания кроссрегиональных военных союзов, потому что мы сопротивляемся и воюем с одним и тем же врагом. Это все нужно открытым текстом называть своим именем. Пане Цоне, я перепрошую, от якраз поки ви про це говорите, у мене тоді питання, що стосується Ірану. Дійсно, Іран – це відкритий посібник Росії і відкритий її партнер. Чи може ось це рішення Ірану про можливий напад, воно очікувати, можливо, навіть вказівки з Кремля? Нападати чи ні? Несомненно. Я писав последние 2-3 недели несколько статей выдавал в социальных сетях, где я объяснял, что, на мой взгляд, мое предположение, что со стороны Ирана не будет той массированной атаки по территории Израиля, которая бы перевела бы наш конфликт в состояние региональной войны. Это не будет происходить в ближайшие месяцы или два, потому что у кремлевского преступного режима стоит задача новой мобилизации в своей армии для новой массированной атаки по территории Украины. И для того, чтобы не допустить ситуацию, при которой открытое, прямое, массированное столкновение между Израилем и Ираном приведет, несомненно, к тому, что мы разбомбим военные заводы в Иране, мы разбомбим военную инфраструктуру. И Иран будет недееспособен предоставлении военной помощи России, не входит в интересы Кремля. Поэтому, скорее всего, что задумка в Кремле, она следующая. Они дождутся той ситуации, когда Кремль в состоянии мобилизировать достаточное количество военных для массированной атаки и наступления на территории суверенной Украины. И в этот самый момент Кремль будет заинтересован в открытом столкновении между Израилем и Ираном для того, чтобы сфокусировать часть внимания мировых средств массовой информации, общественности, людей, и увести этот фокус от того, что происходит в Украине. Тобто, фактично, вдруге реализовать ось цей сценарий спробувати? Да, однозначно. Потому что, естественно, то, что творит весь последний месяц или два Кремль, это ежедневные по несколько раз бомбежки Харькова, наших родных любимых городов. Это люди, которые гибнут. Поэтому я думаю, что синхронность Москвы и Тегерана не вызывает сомнений. Я думаю, что в ближайшее время Москва не будет заинтересована в том, чтобы Израиль был массово атакован, потому что это вызовет нашу очень серьезную реакцию, что подставит под знак вопроса и сомнения возможность Ирана поставлять помощь кремлевскому режиму. Поэтому я думаю, что подобный сценарий возможен будет месяца через 2-3, поближе к выборам в Соединенных Штатах, потому что я смею предположить, что приход такого кандидата, как Трамп, в Белый дом, как хозяина Белого дома, больше устраивает Кремль, чем наличие такого президента, как Байден. Поэтому все это нужно рассматривать в контексте происходящего в Штатах как выборов, в контексте готовности Кремля к массовой атаке на территории Украины и в контексте того удара, который получит Иран в случае, если он нас атакует, если у нас возникает региональная война. Все это связано друг с другом. Я предполагаю, что в ближайшее время подобного не будет, а вот
август, сентябрь, октябрь, наверное, будут жаркие месяцы. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Ціон Алон, голова ізраїльської політичної партії Ахазон. І от говорили про ситуацію в Ізраїлі.